блок D4CB. Часто является проблема это задиры, баланс валов. Пропадает давление, уходит зазор. Вот таким образом мы их отсюда убираем. Относительно базе сейчас у нас стоит ровно блок. Для того, чтобы мы могли точно проточить. Вот что происходит. Какие задиры. Естественно, уходит зазор. И, естественно, уходит масло. Уходит масло, нет давления. Мотор, можно сказать, крутится в остальном на сухую. Ну-ка, убирай. Вот и все. Втулки запрессовали. Сейчас будем полировать баланс валы, потом мерить и от них отталкиваться по зазору. Как правило, сильно не страдают сами баланс валы, нежели их вкладыши, втулки. Так, у нас вот получился он минус 0,02. А этот тоже минус 2. Сразу их подпишем. Тут у нас он уже показывает 0,10 эллипса. Такие вот идут заводские вкладыши. Теперь мы будем выставлять блок так, чтобы у нас на одной геометрии стояли последовательно обе втулки, верхняя с нижней. Иначе ты выставишься по верхней, а нижнюю у тебя не возьмет. Ну или наоборот, выставишься по нижней, у тебя верхнюю не возьмет. Для этого мы будем выставлять блок так, чтобы в одной оси проточить обе втулки. Кстати, вот этот шпиндель, сделанный собственноручно, он удлиненный, именно только и утонченный, именно для того, чтобы точить под эти втулки. В стандарте такие шпиндели не продаются. С многолетним опытом уже сделали вывод, какой тепловой зазор лучше всего подходит под баланс валы, что не дает потери давления и работает не стуча, без задир. От 6 до 7 соток. 6-7. Больше уже давление слабеет, меньше драть начинает. Пять. Мало. Чуть-чуть. Мы же мерили баланс вала. Там было минус 0,02, если помните. И вот тут плюс 4. Итого 6. Давайте посмотрим, как это все тут станет. О. Вот он совсем небольшой люфт, как и должен быть.
Ну, когда он заполнится маслом, его не будет вообще. Закончили мы D4CB с заменой втулок, вкладышей, баланс валов. Пускай теперь мотористы собирают. Всем до свидания. Обращайтесь, вам тоже поможем.